преддверии Дня матери глава района Данил Морозов встретился с матерями и женами мобилизованных, принимающих участие в СВО. На встрече обсудили разные вопросы и способы их решения. Данил Морозов поздравил женщин с наступающим праздником и пожелал самого главного для каждой из них – добра и мира. В телеграм-канале Советского района Самара напоминает, что продолжается регистрация на главное бизнес-событие года – форум «Мой бизнес 63. Время новых решений». Гостей форума ожидает целая неделя полезных и интересных встреч, мастер-классов живого общения. Регистрация уже открыта. Забронировать свое место на главном деловом событии года можно на сайте forum.mybiz63.ru. О наборе в народную дружину города Самара рассказывает в телеграм-канале Красноглинского района. В народную дружину принимает граждан для участия в охране порядка совместно с сотрудниками полиции. Дружинникам гарантированы премии от 1200 до 1400 рублей за дежурство, абонемент в тренажерный зал и содействие при поступлении на службу в правоохранительные органы. Телефон для справок 990-83-18. В телеграм-канале городского Дептранса напоминает, что в Самарском метрополитене для пассажиров из числа маломобильных групп населения предусмотрена помощь в перемещении. О своем желании перевести маломобильного пассажира просит сообщать заблаговременно по телефону 8 902 293 65 60. Работники станции метро обязательно вам помогут.